Общественная палата выполняет роль связующего звена между гражданским обществом и всеми органами власти. Помогает решать наиболее значимые экономические, социальные вопросы, стоит на защите прав и свобод людей. Осуществляет контроль за реализацией нацпроектов. В этом году общественники по несколько раз объехали ключевые стройки Хакасии. Бывало, что сталкивались с отсутствием понимания между жителями, заказчиками, исполнителями, подрядчиками, властью. Главная задача палаты – наладить грамотный диалог. И это удавалось сделать. В этом году Хакасия участвует в 11 национальных проектах. Сумма финансирования – больше 7 миллиардов рублей. Вы прекрасно знаете, что наибольший объем финансирования приходился на социальную сферу. В текущем году мы вели строительство более 20 объектов. Это школы, детские сады, медицинские объекты. Этот пласт требовал контроля, и в том числе общественного контроля. Я считаю, что эту функцию общественная палата выполнила. Проблемы с ЖКХ, обеспечение льготными лекарствами, трудности из-за пандемии и многое другое. В палату поступает множество обращений от жителей, что означает востребованность этого органа. Контроль за порядком в лесной отрасли, привлечение молодых специалистов в село. В этом году палата подключилась и к мониторингу за качеством питания в школах и детсадах. Общественники обращают внимание на то, что необходимо привлекать местных поставщиков, чья продукция на порядок качественнее и дешевле. А к недобросовестно применять жесткие меры. Пропагандирует палата работу некоммерческих организаций и работает над привлечением в регион федеральных средств. Берет, в общем-то, гордость в том, что в палате сегодня собрались действительно очень сильные эксперты. Потому что проделана очень огромная работа по экспертизе законопроектов республиканских и Российской Федерации. И вот это, наверное, очень дорогого стоит, потому что этим вот нашим экспертам дана высокая оценка с Государственной Думы Российской Федерации вот именно по проведению вот этих вот экспертиз. Заслуги общественников были отмечены почетными грамотами и благодарностями от правительства региона, Верховного совета Хакасии, избиркома республики. Среди награжденных и наша коллега. Журналист РТС Юлия Константинова пополнила свою наградную копилку благодарностью от Минноцполитики Хакасии за активное участие в общественной жизни региона. Мария Мишнина, Дмитрий Щеглов, РТС.